Друзья, всем привет! Всем привет! Сегодня у нас будет обзор цен. Я думаю, наверное, уже последний в этом году. Уже обзор будем в следующем году, именно по ценам. Предновогодний, да. Обзор цен. Походим, посмотрим наличие, пооткрываем, что сколько стоит. Ну, давайте начнем, наверное, вот с этой стоянки. Прям вот сначала. Туда в конец не пойдем, точнее, в начало. Так, встречает нас Toyota Raktis, автомобиль 2016 года выпуска. Он на зимней резине с туманочками, без литья. Итак, цена 575 тысяч рублей. Toyota Raktis, есть аналог Subaru Trezia. Это автомобили один в один. Вот видите, еще один Raktis стоит, тоже 16 год. 570 тысяч рублей он стоит. Ну, вот эти автомобили закрыты. Сейчас найдем, которые открыты. Дальше стоит Suzuki Swift, мотор 1.3. Там, по-моему, у нас идет 1.2, аукцион 4 балла. Пробег 90 тысяч километров. Туманки, туманочки. Так, он у нас на летней резине, без литья. Установлены ветровики родные, японские. Задняя часть автомобиля белый, перламутровый цвет. Вот стоит такой серенький, да, там ближе, наверное, к мокрому асфальту. 15-й год, такой же мотор, пробег 70 тысяч, цена автомобиля 475 тысяч рублей. Nissan Serena в гибридном исполнении, гибридная версия, второй аккумулятор стоит 715 тысяч рублей. Honda Stepwagon 2015 год, 4 ВД, 910 тысяч рублей. Туманок нету, комплектация простая, но зимняя резина установлена на сирене, зимней резины нету. Вот противоположный ряд, видите, стоянки, они все забитые автомобилями. Почему забиты? Ну, потому что Ford, да, компании на январские праздники работать не будут, скорее всего. Вот поэтому люди понавезли автомобили. Дальше стоит Toyota Rush. Toyota Rush, лето. Лето, литье. 665 тысяч рублей стоит Toyota Rush. Что у нас еще здесь есть? Raktis мы вам показывали. Стоит Honda Vezel. 14 год. Автомобиль, есть статистики. 995 тысяч рублей он стоит. Это у нас Axio. 4 ВД. 15 год. 659 тысяч. Автомобиль уже в рестайле. Он тоже на зимней, резине. Toyota Corolla Fielder. Цены нету. Spike. Цена не указана. Wingroad. Цена не указана. Escuda. Новая Escuda. Автомобиль 2016 года, 1.6, 4 ВД, 1 миллион 120 тысяч. Subaru Forester, не рестайл, год не вижу, а вот год. Аукцион 3,5 балла, 13 год, 2 литра, 4 ВД, автомобиль идет на коробке, 1 миллион 50 тысяч рублей. Следующий стоит Honda Insight, на летней резине, туманочки, то есть хорошая комплектация у него. 2013 год, 1,5 литра, есть 1.3, пробег 130 тысяч, естественно, без пробега цена, 665 тысяч рублей. Toyota Aqua на родном литье, на тойотовском, кстати, такое литье дорогое. Напоминаю, это у нас идет полноценный гибрид, машина едет, двигатель не работает, едет на батарее автомобиль. Итак, 15 год, гибрид, максимальная комплектация за 680 тысяч рублей. Honda Fit, ну, комплектация уже попроще, такие автомобили есть, гибриды, есть даже 4 ВД, 16 год, 1.3, есть полторашки, 89 тысяч пробег, 545 тысяч рублей. Honda Spike, наипопулярнейший автомобиль, 12 год, 4 ВД, 675 тысяч, аукционная оценка 3,5 балла на зимней резине. Вот еще один стоит, пробег 63 тысячи, 1,5 литра. На водовых автомобилях устанавливается автомат, на переднеприводных вариатор. Цена 515 тысяч рублей. Написано 4 балла. О, вот этот открытый комбинированный салон. Пласть, климат-контроль. Есть автомобили без климат-контроля. Подлокотник водителя, руль идет простой. Есть комплектации, где две электродвери, есть где одна. В данной комплектации одна электродверь. Это Фрид у нас стоит. Есть Фриды, где второе сиденье, оно идет диваном, то есть оно идет сплошное.
Так, еще одна Аква стоит, белый перламутровый цвет, 15-й год, 615 тысяч. Honda Stepwagon, комплектация помоднее, на родном литье. Автомобиль 2017 года выпуска, пробег 23 тысячи километров, стоит автомобиль 1 миллион 220 тысяч рублей. Toyota Prius Alpha, уже в рестайле, автомобиль тоже на зимней резине. 15-й год, 1 миллион 50 тысяч рублей. Toyota Corolla Fielder, автомобиль 4 ВД, установлен на туманке, без литья, на новой летней резине, рестайл, повторители. На первый взгляд салон чистый, не царапанный, ухоженный, вариатор, климат-контроль, мультимедиа-система, руль идет простой, обычный, садиться не будем, в автомобиле идеальная чистота, можно сказать. Задняя часть автомобиля, камера заднего вида установлена, багажное отделение, полка, шторка в багажнике есть, запаска есть, ребята, бонусом, запаска идет с автомобилем. Кейкар, Days Rux, Highway Star, сколько стоит кейкарчик у вас? 400, а вот здесь цена написана, 14 год, 440 тысяч рублей, модный кейкар, обратите внимание на переднюю часть, фары линзованные, массивная решетка, туманочки установлены, уже установлена зимняя резина, автомобиль на литье, в стойках, в передних, то есть у нас стекла, да, добавляет обзорность. Давайте внешний вид, DS Rux, ну из багажного отделения начнем, бесключевой доступ в автомобиле, автомобиль на вариаторе, багажное отделение. Сиденья у нас складываются вот таким образом. В спинке переднего пассажира имеется столик, обдув, шторки монтированные. Багажника как такового здесь нету, можно сказать, на автомобиле. Это же кейкар, ребят. Это кейкар. Есть комплектация две электродвери, есть где одна. Второй ряд сидений, места очень много в автомобиле. Есть мультирулем. Вот видите, здесь одна электродверь, отключение айстопа, регулировка зеркал. Пробег 33 тысячи, состояние нового автомобиля. Климат-контроль. Ладно, следующий автомобиль у нас идет. Это Honda Fit в синем цвете, 15-й год. Мотор 1.3, в туманочке установлены, фары не линзы. Комплектация такая простенькая. Летняя резина, повторители, бесключевой доступ. Машина тоже открыта, лежит аукционный лист. Аукционник настоящий? Аукцион настоящий. 4 балла, 57 тысяч пробега. Сколько стоит он? 575 тысяч рублей. За автомобиль 4 балла с пробегом 57 тысяч. Второй ряд сидений, задняя часть. Камера заднего вида установлена. Багажное отделение. Сиденья у нас с помощью вот этого рычага складываются. Вот здесь коврик, можно присесть, посидеть. Опа, оцените, сколько места в автомобиле. Ну, знаете, вот сел, провалился, надо все-таки, наверное, сидушечку поднять немного наверх. Ручник, руль обычный, есть где полный мультируль, управление магнитолой, управление круиз-контролем. Туманочки, кстати, устанавливали здесь. Дверная карта. Вот такого плана идут подстаканники. Следующий автомобиль, опять Spike, Honda Freed Spike, 2010 год, 1,5 литра, цена здесь не указана у нас. Prius в 20-м кузове, таких автомобилей осталось мало, они постоянно пользуются спросом, есть статистики, передний привод, 4 воды таких не бывает, 8-й год, 1,5 литра. Сколько Prius стоит? 610 тысяч рублей. Комплектация джин на коже. А мы сейчас откроем, вам покажем. Светлая кожа, то есть кожа у него, сиденья кожаные, здесь идут вставки кожаные, полный мультируль, климат-контроль. Сзади тоже сиденье кожа. Но я вам скажу, знаете, такие не заезженные они. То есть бывает, встречаешь автомобиль на коже, ну прям такое все какое-то подранное, блин, изношенное. Здесь прямо даже смотрите, багажное отделение, оно светлое, да, то есть
Ну понятно, то, что оно не новое, но тем не менее хорошо сохранилось. Это тоже у нас полноценный гибрид идет. Видите, полный мультируль, есть такие автомобили, даже с автопарковкой тоже лежит коврик, круиз-контроль. Допустим, чтобы завести этот автомобиль, да, нам нужно будет ставить ключ вот сюда, ну, замок зажигания, да, только после этого, ребят, нужно будет нажать кнопку. Хочу напомнить, подписывайтесь на наш канал, поддерживайте нас, всегда будете в курсе происходящего на авторынке «Зеленый угол». Ну и вот такого плана рычаг переключения передач. Здесь бардачок, пульт. Вот здесь вот такого плана идут два подстаканника. Так, вот еще один 20-й Prius стоит. Вот стоит Toyota BB. Многие спрашивают про такой автомобиль. Итак, он 15-й год, мотор 1.3. А сколько BB стоит? 545 тысяч рублей. Туманки, родное литье, на летней резине, повторители. Уже есть дефлектора. Машина открыта, замечательно. Сейчас посмотрим ее, рассмотрим. Задняя часть автомобиля. Бесключевого доступа нету. И смотрите, куда японец, да, приделал себе камеру заднего вида. Вот сюда он ее смонтировал. Toyota BB. Давайте начнем со второго ряда сидений. Дверь массивная, дверная карта пластик. Вот здесь примерно сделали нам трансформацию салона, да, чтобы мы понимали, как он трансформируется. То есть, пожалуйста, сидушки складываем, у нас получается ровный пол. Да, здесь спать не получится, но ровный пол есть, и это как бы идет плюсом. Ну-ка, запаска есть. И есть запаска. Смотрите, обратите внимание, в каком состоянии, ребят, идет запаска. Запаска, она просто новая. То есть, ей еще даже и не пользовались. Так, давайте, наверное, посмотрим, что у нас внутри происходит с нашей бибихой. Ну, комплектация это, конечно, попроще. Есть навороченные комплектации, где установлен там сабвуфер, куча динамиков. Они вон там вот сзади должны прятаться. Здесь, да, здесь все просто. То есть крутилки, подстаканники. Руль идет обычно. Ну, как бы место, да. Место вот что-то сидуха сдвинуто. Сейчас отодвинем ее до конца. Место, в принципе, нормально. Вот мне нравится в BB, в Кубе, когда вот у них крыша, потолок высокий. Выходим. Так, рядом стоит, ну вот как раз стоит Inside, тоже 1.3, он на зимней резине, тоже установлены туманочки. Мороз сегодня опять у нас, повторители. Вот еще один Inside стоит. Так, а подскажите, сколько Inside стоит? Этот 555. Вот этот, да. 555 тысяч, а вон тот? 510. А тот 500. А что цена такая разная? 10 и 11 год. Аукционник есть? Есть. Настоящий? Да. Давайте посмотрим. А давно не привезены? Свежие. Аукционники бьются, да, по статистике? Ага, в принципе, кузов целый, 3,5 балла, 74 тысячи пробега. А можно проверить, не врете? Проверю. Давайте проверим. Все на камеру делаем. Так, сейчас я возьмусь как-нибудь, так, наверное, чтобы всем было видно, да? Так. Не знаю, видно вам, не видно вам? Я думаю, будет видно. Минута молчания. Неудобно мне так делать. Так, так. Так, какой у нас там кузов, не вижу, ZE2, да? 13-13-206. ZE2, 13-13-206. Итак, смотрим. Да. Вон есть статистики. Есть статистики, смотрите, ребят,
3,5 балла, пробег 74 тысячи, 1,3, 11 год, у него инспекция до 2020 года, до мая месяца. Вот она инспекция. Собственно, вот он сам автомобиль в Японии. Несколько фотографий. Ну и давайте сверим аукционный лист. Да, видите, все один в один. Здесь тоже все один в один. То есть продавец нас не обманул. Есть честные продавцы, да, на рынке? Не обманываем. Так, ладно, кладем его на место. Ну, давайте посмотрим немного второй ряд сидений. Попримезали двери. Холодно сегодня у нас. Тоже салончик, видите, чистенький, аккуратненький, ухоженный. Оба. Так, открываем. Коврик родной лежит, японский. Ладно, давайте посмотрим Honda Fit Shuttle, гибридная версия автомобиля. Комплектация, ну уже вижу отсюда вот то, что комплектация неплохая. Знаете, чем мне нравится вот шаттл? У него такое объемное багажное отделение, ну как такое, квадрата прямоугольная. То есть, ну довольно-таки много всего сюда влезет. Вот здесь крючочки такие, сиденья у нас тоже складываются. Вот, закрываем. Есть автомобили просто передний привод, есть автомобили в исполнении 4WD, дверная карта 60/40, 60 пластика, 40 тканевая вставка, сиденья идут с кожаными вставками, сзади кармашки тоже кожаные, коврики родные, автомобиль идет на климат-контроле, есть автомобили, соответственно, без климат-контроля, которые идут, вариатор, даже есть подогревы сидений, видите, стеклышко, климат-контроль, и, по-моему, там у нас мультируль, да, сейчас посмотрим. Бесключевой доступ, руль идет кожаный, сиденье регулируется по высоте подъема, руль кожаный, руль у нас регулируется и по вылету тоже, то есть в двух плоскостях, вверх-вниз, ну и по вылету. Далее, значит, идет управление меню, круиз-контроль, управление ручным переключением передач, места в инсайте много. Вы знаете, вот, в принципе, все вот эти, извиняюсь, японские автомобили, да, они, в принципе, все идут стандартно, то есть примерно одинаковое место в каждом автомобиле, но есть небольшие нюансы. Допустим, в Акве, да, мне не нравится то, что я вот головой постоянно бьюсь об эту стойку. В Альфу я сажусь, как-то вот, я люблю, когда сиденье поднято наверх, я начинаю биться вот об козырек. Нюансы вот такого вот плана. Ладно, выходим. Видите, практически в каждом автомобиле, то есть лежат либо коврики, либо, ну, какой-то настил, да, чтобы вы не пачкали автомобили. Impreza гибридная версия, 16 год, 2 литра, 4WD на родном сабаровском литье, на летней резине с бесключевым доступом. По бокам у нас идут вот такого вот плана обвесы. Что-то гибридных я не особо встречал, если честно. Сзади вот спойлер вот такой модный с дополнительным стоп-сигналом, багажное отделение. Вот такие автомобили, хэтчбэк и там универсалы, да, они японцами покупаются. Ну, понятно то, что там для семьи, они, по большей части, короче говоря, в них что-то возят, да, поэтому очень важно, чтобы багажное отделение у нас было без царапин, как, допустим, вот в этом варианте. Там у нас установлена батарея. Второй ряд сидений, ну, знаете, схож с XV. Сколько Impreza стоит? 965. А вот эта машина открыта? Красная? Да. Нет? Вот, мазер. Понял. Так, забыл, сколько стоит Impreza? 965 тысяч. Сиденья идут простые. Да, я говорю, здесь как в XV все. Климат-контроль, вот датчики при столкновении, кожаный руль. В принципе, XV, Forester, да. Ну, такого плана автомобили эти одинаковые. Impreza просто... Японцы молодцы, то есть они не стали заморачивать, они Impreza наверх задрали, у них получилось XV. Вот здесь центральный компьютер, куда сводится вся информация об автомобиле.
А дальше смотрите, ну вот эта машина, она закрыта, да, но вот просто посмотрите, в каком состоянии автомобили забирают с СВХ, то есть он преодолел долгий путь на корабле, там, не знаю, везли его как. Короче говоря, в таком состоянии, в грязном они приходят. Ну, к сожалению, машина закрыта, мы вам показали его по салону. Сейчас это все будет мыться, начищаться, полироваться и будет стоять, вот, допустим, как импреза, как конфетка. Дальше стоит у нас Mazda, такая массивная, вот тоже обратите внимание, да, капот никакой, прям такой длинный, без литья. А сколько Mazda стоит? 730 тысяч рублей. Без ключевого доступа нету. Автомобиль на летней резине. Видите, АВД. SkyActiv Technology. Багажное отделение, хэтчбэк. Для хэтчбэка я хочу вам сказать, что багажное отделение, оно реально большое. Ремкомплект идет. Говорит о том, что запаски в автомобиле нету. Второй ряд сидений, но они складываются, не буду сейчас показывать. Подлокотник с двумя подстаканниками. Руль идет обычный, пластиковый. Отключение всевозможных систем, регулировка, управление компьютером, климат-контроля нет, но есть автомобили, где устанавливается климат-контроль по месту в автомобиле. Я говорю, во всех автомобилях примерно одинаковое количество места. Так, про мультируль, по-моему, я вам говорил. Так, ну пойдемте еще походим, поищем. Смотрите, вот стоит раз, два, три, четыре. Четыре везли, даже вот пять, тоже популярные автомобили. Они есть гибриды, есть не гибриды, есть даже автомобили 4WD гибридное исполнение. И это идет уже, ну, реально полноценный гибрид. Вот, допустим, в черном исполнении, в хорошей комплектации, Z-комплектация 1 105 000. Это как бы, да это не как бы, это хорошая цена за данный автомобиль в такой комплектации, автомобиль тем более бальный. Далее он идет у нас, год не вижу, 14 года, да, он 14 год. Вот стоит в красном цвете, 16 год, но у него сразу видно по салону, да, там по всему комплектация идет попроще. Пробег 53 000, стоит машина 1 095 000 рублей. Что, большие скидки на сегодняшний день? Мало? Небольшие. 10 15 20, по факту. По факту, ну понятно, 1005, как обычно. Дальше, значит, идет еще один Везель в Z-комплектации, 1 095 000 рублей. Машина стоила 1 135 000 рублей. Видимо, предновогодняя скидочка на автомобиль. Следующий, 15 год. Все вот эти машины, они гибридные. Еще один 15 год. Датчик при столкновении. Стоил тоже распродажа 1 070 000. Потом цена опустилась 1 055 000. Сейчас автомобиль стоит 1 035 000. Пробег 32 000 километров. Состояние практически, наверное, нового автомобиля. Следующий черный идет. Ру 4, это 4WD. 15 год, 4WD. 15 год, 40 баллов пробег. 4WD, 4 балла, 40 пробег. Цена? 1 315 000. 1 315 000. Да, он, кстати, да, он идет на коже. То есть есть тряпочные салоны, есть салоны с кожаными вставками, а есть прям реально кожаные салоны. Говори. Вот, давайте посмотрим аукционный лист. Сегодня мы один уже пробили, он оказался настоящим. Вот, да, действительно, 4 балла, пробег 42 000, кузов у автомобиля идет целенький. А мы сейчас залезем и посмотрим под низ. Ну да, 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 я вам хочу сказать, машина реально, она не ржавая. Вот эти машины нужно внимательно смотреть на ржавчину. Что вот везеля, что Honda, и по задней части автомобиля, и подкапотное пространство в том числе. Он на родном, на хондовском литье, на летней резине. Данла, какой, 17-й? 215, 55 на 17. Следующий автомобиль Toyota Aleon 1.8, есть полторашки. Вот у одного продавца два автомобиля неводовый,
водовый, вот не водовый, 1.8, 260 кузов, 920 тысяч, 3,5 балла. А водовый, там, по-моему, 265 идет, или 264, да, 265 кузов, 4 балла, 945 тысяч. Они на светлом салоне, что водовый. Вот сказал, максимальная комплектация, они все идут на светлом салоне полный. Ну да, видите, комплектация максимальная. Кнопка старт-стоп, полный мультируль, климат-контроль. В принципе, тут есть все. Вот здесь ставочки такие под дерево идут, здесь ставки под кожу. Вот оцениваем состояние багажного отделения. Новый. Новый, новый. Ух, чуть не упал. Так, ну что вам еще тут показать? Машин много, машины есть, в принципе, на любой вкус и цвет, как говорится. А, давайте посмотрим. Toyota Corolla Fielder за 710 тысяч рублей, 2014 год, 1,5 литра, полноценный гибрид, G-комплектация, это очень хорошая комплектация, 8 аэрбэгов, мультируль. Короче говоря, ребят, есть все. А, вот, ой, скользко, видите? Нам его открыли, сейчас я вам покажу на летней резине, без литья. Вот эти автомобили тойотовские, Тойоту, можно сделать, узнать остаточную емкость по батарее. На Хондах такого не сделаешь. Видите, автомобиль идет даже с подогревами. Тоже чистый ухоженный салон. Вот японец понадевал чехольчики такие, накидочки светленькие. 715 на старте, а торг какой? 15 тысяч, нормальный торт такой. А полочка в багажнике. Запаски там нет, идет рем комплект. Да, кстати, вот место есть под запаску, поэтому кто не любит вот эти рем комплекты, покупает себе запаску, банан так называемый, кладут его туда и спокойно ездят. Кожаный руль, кнопка старт, подогревы. А что с ними? Подогрев зеркал, движение назад, корректирую. G-комплектация. Да, кстати. Подогрев сидений, зеркал, щеток. Потом идет обогрев заднего салона, воздуховода. Потом у них регулируется руль в двух положениях. Обязательно. По высоте, по вылету. Да, по высоте вылету. Дополнительная антенна габаритная, автоматически выезжающая. И камера с траекторией корректировки. Короче, ребята, покупайте, пока машина не продана. 715 тысяч, G-комплектация, отдают за 700 тысяч. Пробег 80 тысяч. Пробег 80 тысяч, статистики есть. Вот, записывайте телефон продавца. Кому надо, тут поставят на паузу. Я думаю, записать уже успели бы. Кстати, рейлинги еще установлены. Да, это из Японии. Вот еще. Ну и смотрите, да, по цене, вот стоит такой же, но у него другая комплектация, он идет подешевле, тоже G-шка, да, но нету там тех функций, которые есть в этом автомобиле, этот стоит 680 тысяч. Белый перламутровый цвет, и этот у нас автомобиль уже на зимней резине. Тоже климат-контроль. Сиденье и все. И все. Естественно. Нету рейлингов, рейлинг. Ну вот смотрите, да, вот рейлинги все-таки внешнему виду добавляют автомобиль. А у этого торг большой или это цена уже на дачу? Цена на дачу. 680 тысяч. Что вот этот Fielder, что тот Fielder у одного продавца. Кому надо, звоните. Так, друзья, ну прошлись по рынку, показали довольно, я думаю, неплохо автомобилей. Вот, как сказал Сергей в начале видео, скорее всего, это уже крайний обзор в этом году, поэтому что? Поэтому встретимся уже в новом году с обзором следующих цен. Поэтому всем пока, подписывайтесь на наш канал, мы всегда рады для вас. Ну, обязательно ставим делать лайки. Ролики. Всем пока. Ну, лайки не обязательно, кто поставит, кто не поставит, кому уже как угодно. Ладно, всем пока.